и понятия не имеем от неверия, что же такое темная материя. Это загадочная субстанция, так сказать, и никто из нас не знает, как ее искать. Как ее искать? Деньги аналогичны темной материи. Где они? С ними всемирная империя. Но как их заполучить, интересно. Одному квазару, наверное, известно. Что же это за зверь такой бытует? Откуда мы узнали, что она существует? Чем тяжелее объект, тем быстрее крутятся вокруг него тела, веселее. Фриц Свикит открыл новую массу, он мудрее, которая заставляет галактики двигаться быстрее. Да что же это за зверь такой бытует? Откуда мы узнали, что она существует? Да что же это за зверь такой бытует?